Молодец-то. Красавица, да? Красавица? Асик. Она красавица, конечно. Нам наелся, спит, чё? Любовь. Мы такая. МФО. Трубки. Просто похожи трубки. Фильтр. Какие подготовки? Вы помогаете мне при эти подготовки. Сейчас в кадре есть предстроение подготовки по второму кругу. Либо когда я достроил последние подготовки, первый уже подсох, либо коробили. Их можно было бы намочить. Но один от весов все равно было частично положено в воду. И они непременно выпрямились. Я опасался, что подготовки мокрыми не видно на пропитку и заплеснение. Потому предстрогал их комплектно готовым. Поверхный тащичек я не наглаживал рубанком, только загонял единые размеры шерхигелем. У шерхигеля полукруглая форма режущей кромки железка, что дает более агрессивный съем материала. Шерхигель оставляет после себя гладкую, но волнистую поверхность, которую всегда можно подогнуть рубанком повыше фуганка. Но водяное колесо это не полярное изделие, а скорее плотницкое. Красавец. Волнистая поверхность, по-моему, играет на солнце и как-то...